здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, продолжение испытания камней от Кирилла Судакова. Тот, который занимается камнями тип. В предыдущем, вчера я выкладывал ролик, или позавчера, с камнями мягкий сланец, от которого он мне прислал. Сейчас будем пробовать так называемый камень Архон. То есть многие уже как бы пробовали его, наверное, знают. Сейчас посмотрим, как этот камень отработает на клинке ножи из стали 8H6 NFT. То есть рубанок, нож от рубанка, как вы видели уже в кино, посвященном вот этому ножу, что тип не особо внятно отработал на этой стали. Вот. При финише 7-5 алмазом, количество канатов чуть больше было нарезано, но по дереву резал лучше, когда был финиш кибом. Сейчас я взял специально эту сталь, этот нож, чтобы проверить, как отработает архон. Вообще, даст прирост, не даст прирост, может вообще для этой стали не годятся природники. В общем, не знаю, давайте будем смотреть. Я уже как бы финиширую заточкой, чтобы не показывать. Угол тот же, 36 градусов. И посмотрим, что это за камень Архон. И поработаем им тоже с маслом. А потом будем делать выводы. Ну, как вы уже смотрели по моим роликам, тип достаточно хороший камень, работает по большинству сталям и довольно-таки хорошо работает. То есть финиш делает очень такой, очень агрессивный рез, хорошее удержание РК. Вот. И в общем, сейчас будем смотреть, как отработает Архон. Вообще, будет ли какие-то изменения в резе или нет. Ну, в общем, будем наблюдать. Сейчас пройдусь 2014. А потом буду переходить на Архон. Сейчас уже многие вздрогнули, как это я алмаз положил на режущую кромку. Поверьте мне, если он у вас лежит просто вот так, с режущей кромкой ничего не случается. И не надо создавать никаких там лишних иллюзий, что там что-то тупится, что-то затупляется, что-то еще какая-то фигня происходит. Если он у вас вот так лежит, не шевелясь, никаких проблем с режущей кромкой не будет. А создавать, плодить сущности непонятные, ну, это каждому, как говорится, решает для себя сам. Ну что ж, перейдем сейчас на архон. Сейчас тут сниму чуть-чуть боксивку. Сниму боксивку по краям.
ну что ж. Так, берем масло. Берем масло. Масло беру от жуков. Жижу. Чуть-чуть мажем. И смотрим, какой будет результат. Ну, по сравнению со сланцем, этот камень гораздо тверже. Абразивная способность камня по сравнению с мягким сланцем не так выражена. Давайте посмотрим результат. Сказать, что он прям работает явно. Ну, практически не работает. Чем-то он по ощущениям от работы чем-то у меня напоминает тушит. Такой же звук и такое же прохождение. Ну, а вроде как начал работать. Давайте посмотрим. Там очень легко. Так, сейчас еще чуть-чуть пройдемся. Что там у нас с папиросной бумагой? Достаточно хорошо проточился. Ну что ж, сейчас убираем все эти, как говорится, приспособления и начинаем резать. Посмотрим, какой результат на ноже от полотна рубанка будет при финише архоном. Не переключайтесь. Так, ну что ж, все готово. Ножик заточенный. И финиш камень архон. Работа с маслом. Нож из рубанка 8H6MFT. Заточился очень хорошо. Финиш очень агрессивный получился, гораздо, наверное, даже гораздо лучше, чем, наверное, на Тибе. Вот. Ну, посмотрим. В любом случае, даже не знаю, сколько нарежем, но опять же, судя по предыдущему видео,
где-то все это вращается в районе 350-400, ну, может быть, 1500 раз. Посмотрим, какой будет сейчас результат. Вот у меня два штуки есть замотанных, куска каната больше нет. Ну, посмотрим, может быть, перешагнем какой-то там рубеж, придется еще идти за канатом. Ну, пока будем смотреть этот. Итак, погнали. Смотрим, что покажет нам архонт. Итак, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100. Итак, 100. На мой взгляд, повторяется та же история, как и с Тивом. Смотрим дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Так. 50. Ну что ж, продолжаем. Двадцать.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Уже начинает. Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, сто. Я думаю, что на этом и закончим. Ну, даже если я сейчас нарежу максимум 30 раз, тот же будет результат, такой же, как и тип. Ничего не поменялось. Могу сказать, что уже как бы сделали выводы, что нож из рубанка лучше точить алмазом и финишировать 7-5. Потому что натуральный вот архон до этого был тип. Как-то для каната не подходит. Это для каната. Но если мне подсказывают опыт, что при финише натуральным камнем эта сталь, смотрите, как по дереву работает. При том, что он уже тупой. Так, ну что ж, давайте попробуем. Раз, восстановить РК. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Так, что у нас? Все отличненько восстановилось. Легко и просто. Так, сейчас секундочку, надо ответить на телефонный звонок. Прошу прощения. Прошу прощения, телефонный звонок. Ну что ж. По дереву работает очень классно. Так, что у нас после правки с канатиком? Очень агрессивненько и хорошо.
Ну что ж, теперь настало время, естественно, всех интересует, как отработает этот нож вот на таких предметах домашнего обихода. Я специально, когда зашел, начал читать форум, потом какие-то там эти, как их, про охотников, белорусский что-то наткнулся в форум, и там прям все говорят, у нас такая-то, это такая железка, что прям вот, ну, в общем, какая-то вообще нереально крутая. Особенно, по-моему, на белорусском форуме, не помню, уже где-то там читал, что там человек все только из этих ножей и делает ножи для охотников, для рыбаков, ну только что они ржавеют. Вот, но они там им делают все, все, что только можно. Банки скрывают, и кости перерубают, и, в общем, полный этот. Ну, давайте проверим, посмотрим, как будет держать режущую кромку нож от рубанка. Первый раз я вообще им работаю, вернее, уже второй. Будем смотреть. Может, у нее действительно механика очень на хорошем уровне, и сейчас на режущей кромке не будет никаких изменений, понятия не имею. Ну что ж, две банки вскрыты. Так, клей остался. Остался клей. Сейчас возьму салфеточку, вытру. Какой ядреный клей на баночках, а? Хрена не смывается. А вот дышка у меня закончилась. Так, ну вроде там что-то очистилось. Нет, там еще что-то осталось. Так, ладно, хрен с ним. Это надо будет смывать. Так, ну что ж, показываю. Вот это участки, которые скрывалась банка. Вот радиус. Вот она. Чувствуются маленькие такие повреждения. Наверняка замены на эту сторону. Смотрим. Так, там бумага, ну, тут геометрия рвет. Так, здесь все. Так, смотрим.
Вот видно, да? Вот этот след. Это значит, что рука чуть-чуть завернута. Выравниваем. Так, смотрим. Выровняли, слегка прошлись. Вот этот участок, который вот он, куда приходился в основном весь рез. Да, ну вы можете сами все это увидеть. Сейчас покажу. Вон там повреждение. Рука посыпалась на 36 градусах. Поэтому чудес не бывает. Нож отрезал, прошел банки бодро, но затупление есть. Затупление есть в виде участка, куда приходилось. Вот он. Куда приходилось нарез, рука посыпалась. Так что, братья наши белорусы несколько слукавили, написав там, что там что-то и банки мы скрывали, и что мы там и только не делали, он все держит, он все работает. Согласен, если сделать угол заточки 40 градусов, может быть, банку и выдержало. Но на 36 чудо не случилось. Но опять же, это был тест этой, именно этой стали, при проверка заточного камня финишного Архон. Вот это тот же, по-моему, наверное, в тех же слоях, где и тип вот добывается. Вот, но я так понял, что именно для вот этой стали 8H6 NFT природники никаким образом не улучшают ни качество реза, ни длительность реза, ничего. То есть, на мой взгляд, чтобы какой-то был результат, ну вот именно канат, древесина и все остальное, лучше его точить алмазами. Но насчет камней, Архон в любом случае надо будет проверять, как и тип. Следующим будет, скорее всего, попробую работать им на каком-нибудь порошке, посмотреть, какой будет результат. Вообще, возьмет ли Архон порошок. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. Пока-пока.